Так работает сердце нового лифтового оборудования. Теперь жильцы дома номер 18 по улице Алмазной в Иркутске могут по достоинству оценить все плюсы подъемника. Антивандальное зеркало в полный рост из нержавейки, датчики входа-выхода, шрифт Брайля на кнопках для слабовидящих и звуковое сопровождение. Грузоподъемность 400 килограммов. На 8-й этаж лифт поднимется за 20 секунд. А главное, такой элеватор прослужит минимум четверть века. Производитель – это Могилевский машиностроительный завод. То есть данное оборудование поставляется в нашу область, и подрядная организация проводит монтаж данного оборудования. То есть выполнен полный комплекс работ, смена кабины, смена направляющих, замена лебедки, замена станции управления. То есть здесь мы видим полностью современное оборудование, цифровое. Уходим от старого оборудования. Всего в 2018 году в Иркутской области будет заменено 442 лифта в 157 домах. На эти цели был выделен 1 миллиард рублей из средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Кроме Иркутска, новые подъемники появятся в Ангарске, Усть-Илимске, Братске. Всего в 8 городах региона. В Братске полностью работы завершены. В Ангарске и в Иркутске сейчас ведутся. В Усолье-Сибирском, сколько я понимаю, приступаем к работе сейчас. И когда планируете завершить? До конца года мы планируем завершить. Из-за нововведений в законодательстве запуск нового лифтового оборудования в Ангарске начнется только после того, как управляющие компании успешно пройдут аттестацию. Ремонт лифтов продлится и в следующем году, но уже в намного меньших масштабах. В 2019-м на территории Приангарья планируют заменить 170 лифтов. Олег Федоров, Александр Барановский. Новости сейчас.